Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше изучение обновы Пеглин. Итак, мне удалось найти практически все новые предметы. Итак, редкие реликвии. Сломанный щит. Peace of Mind. Добавляет шар равновесия, когда мы теряем все бронебублики. Куртейка. Каждый раз, когда появляется противник, мы получаем 10 к уклонению. Аскорбинка. Когда задействуется крит, враг также получает 10 отравления. Вот эту реликвию я не нашел. А вот эту реликвию вроде добавили в версии 0.9.32. Давайте снова сыграем за обычного пеглина из-за его стартовой реликвии пеглинтуиции, которая расширяет ассортимент награды за бой и выбора в сундуках. Будем играть Шармагеддон 10, потому что и не очень сложно, и в то же время хоть какая-то интрига будет. Если совсем тупить, то и там упасть можно. Так, что мы возьмем? Ну, протухший сыр, наверное, слишком просто. Давайте бомбочки. Так, ну наша задача — маршрут, где больше всего элиты. Ага, здесь одна элита исключает другую, а здесь вообще элиты. Ну, значит, какую-то выберем. Наверное, та, которая больше способствует походу в магаз. Вот это не способствует, а вот это способствует. Ну, вообще надо использовать бомбочку, хрен с ними. Ну, 35 монеток — неплохой результат. Так, давайте улучшим шарик. Так, давайте смотреть, какие тут подарки. Ух ты, изумруд Кристи. Кузница. Еще разочек. И еще разочек. Вот так вот. Давай, давай сюда. Так, ну смотри, бабки-то, может, и будут. Конечно, как же было в восклицательный знак-то попасть? И бомбочку взорвать? Нет, конечно. Это нельзя делать. Ни в коем случае. Ну еще 10 раз.
Суки. Редкостная. Да, неудобный это, конечно, паттерн. Жалко, мы никак не лечимся. Можно было бы здесь за счет этих пауков просто вылечиться. Снимают-то они не так много. Погнали, подеремся. Неплохо, неплохо. Жалко. Жалко, нет перебора. Удивительно, как с кристаллом этим, с изумрудом Кристи, мы умудряемся столько терять хп. Ну вот и все, пронзание. Так, а враг у нас... Крот. Привязывать себя к камням вообще не хочется. Ну, колокольчик самый мощный. Самый мощный вариант — это колокольчик. Отлично. До свидуся. Накажем сейчас слизняка этого. Замочили, падла. Обновляется стол, когда умирает враг. Нормально. Блядь, я думал, полтинник есть. Ты подумай.
Ну давайте шарик возьмем. Ну, кстати, интересно, смотри, у меня 27 всего хп. Ну, какая-то интрига есть. То есть у меня отличный билд. Просто отличный. У меня золотой шар. Жалко, не могу шар этот улучшить. Не заработаешь ни хера. Кстати, свою тридцатку как избежал. Ну нет, сейчас все-таки важнее выжить. Но надо улучшать этот шар скряги. Ну попробуем сделать. Ну сейчас просто ничего пока не лечит. Не, ну через дерево бить, это, конечно, охренительная помощь. Блять, вот это не очень здорово. А вот это нормально. Всех замочил. Не. Не будем тратить. Не, переподарок. Переподарок. Так, ну нам к элите. К элите. Вот здесь элита есть. Я уже вижу. И здесь элита есть. Так, ну сейчас кинем шар, посмотрим, сколько он заработает-то. Так, 3, 6, 8, 14. Маловато будет, маловато. Еще сыпь, родной. Ага, он нас в последнее место поставит. Ну, конечно. Понятно. Ясно, понятно. Нам, кстати, урон нужен. У нас пока урона нет. Это не к урону вообще штука. Угу.
А можно удалить все, оставить только скри-шар. Убрать шар, конечно. Первый смертельный урон. А вот этот смертельный урон, когда тебя сжирают за один раз. Давайте эхо возьмем. Не будем уж экспериментировать. А, нет, мы пойдем вот так. Здесь длиннее. Обхитрить слаймов, ну сражаться. Нахрен эти камни нужны. Нет, не убивай его сразу. Я понял. Сейчас мы всех будем наказывать. Жестко наказывать. Клон какой-то. Замочить. Сколько денег? Хочешь отдеть? Мало. Получай. Где бабки? Клоун в капюшоне. Две сотни, неплохо, хорошие деньги. Надо подлечиться. Угу. Давайте уж сыр возьмем, ну хотя сыр не особо мне поможет. Погоди-ка. Нам надо сразиться. Тут дело принципа. Замочить всех гаденышей. До свидуси. Надо мне лечиться? Наверное, нет. Ну, награда нужна. Я так не найду вообще эти реликвии. Лучше скорее кинуть этот шарик, но этим играть не хочется. Нам бы вот удалить шары. Был бы очень кстати. Нет, ставить. Пусть меньше будет колода. Мне надо перезарядку сделать.
Так, ну ассортимент у меня расширенный. Фигли интуиция, глаз черепахи. Так, бабки где? Бабки 200... Это мало. Ну вдруг это как-то поможет. Давайте потратимся. Вот он новый предмет. Так, Destruction Reaction. Когда вы теряете здоровье из-за атаки противника, вы получаете уклонение. Мне, конечно, лучше две ярки. Надо брать это. Надо было открыть. Вот эту штуку будем бросать. Ну еще, давай, дубли. Ну а где? Родной. Бабки-то бабки идут. Замочить, падла. А вот реликвия, это броня золотая. Перестает давать деньги, но... Там у тебя какой-то урон зависит от него или что-то такое. Никаких восклицательных знаков, зато урон чуть увеличится. Или матрешкин панцирь. Все фигня. Ну, мультишар это прикольно. Мне кажется, мультишар надо взять. Кто у нас? Сапер. Есть. Кстати, он не очень удобный. Урон 2.5. Ну и ничего. А магазин тут есть? Так, ну мы идем куда-то сюда, потом в магаз и вот сюда. И потом еще магаз. Вообще отличный маршрут. Я могу в магазин купить что угодно. Мало, мало. До свидуся.
Кстати, сейчас еще подумал, как же хорошо, если не будет лишнего восклицательного вопроса. Ну, то есть того, который стандартно есть. У меня, получается, разгоняется же круг лицепса. Обычный урон. А потом ты цепляешь крит, и урон становится опять говеннейший. Добавляют к урону. Давайте. Давайте добавим. Ну-ка. Ни хрена себе. И кто там такой, блядь, смелый? Так, нам направо. Дайте горчичную брокколи. Так, ну нам вообще вот сюда надо. Так. Отлично. О! Повезло вам, чувачки. Надо мне лечить? Да, наверное, нет. Ну, это серьезно? Да нечего мне дублировать. Блять, зараза еще. Меня магазины хотят лишить. Все как реликвий мало. По-моему, 5 должно быть. Это все покупаю. Нет, вот сюда. Так, подожди-ка, а мы когда удалим, у нас будет колода всего из 2 шариков. Не, давайте вот это возьмем тогда. Что-то как не очень. Ты не находишь?
Так, остаются копии. Для Эректа это неплохо. А для восклицательных знаков не очень. Да, но даже у меня хпшка не лечится. Это, блин, херовенько совсем. Сколько? 60 монет бросок. Маловато будет. Да, ну из-за этих красных бомбочек, чертова. Конечно, не очень здорово. Лечилка. Давайте возьмем лечилку. А, у нее урон такой херовенький. Не очень, нет, конечно. Ну сейчас сразимся, попробуем вылечиться. О, мы можем его и замочить. Ну не так просто, конечно, замочить. О, смотри, и крит как раз. Замочили, падлу. Замочили. А нужен мне скрижар-то сейчас? Какую шляпу мне пришлось набирать? Где щит? Давайте сейчас сразу откроем всю эту. Охеретный бросок. Говнюк какой.
Все бомбы уничтожил, больше никаких бомбочек нет. Откуда они берутся? А как же мой ворот? Нет, я не хочу. Сука. Нет. Это все потому, что я взял вот эту реликвию. Стремячельность. Ну понятно же, что это отстой, который не срабатывает. Лучше бы я взял что-то другое. И все, вынес бы на раз. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.